Кочанный салат имеет стабильный вкус просто по сравнению с листовыми, менее подвержен, ну, если вот погодные условия, там, то есть жара резко вдруг ударила, все-таки листовые любят, больше шанс, что они стрелкуются. Вот. А кочанный все-таки он стабилен в этом плане. Потом, если брать хрустящий, то, конечно, вкус у него более подходящий для русского человека. То есть хрустящий. Плюс полезен, на самом деле, для желудка нет ничего лучше салата. То есть, если ты постоянно питаешься салатом, проблем с желудком не будет. Вот. Это, мне кажется, это основной плюс большой, на самом деле. Ну, из кочанных патриций у нас неплохой салат. Я считаю, вполне он очень даже, он профессиональный, но в том числе и для любителей пойдет. Самое главное, чтобы любители только необходимо сеять и выращивать его через рассаду кочанные салаты. Либо при посеве уже сразу потом прореживать, это обязательно. Потому что кочан получит только в том случае, если будешь сажать его как раннюю капусту, так скажем. Вот, можно сравнить с ранней капустой. И по сроку вегетации они даже в принципе совпадают. Салат чуть раньше. Ранней капусты, чтобы избежать лишних трудозатрат. В принципе, любители также могут. Единственное, только нужно не пленку использовать в качестве мульчи, а материалы, пропускающие воду, не тканные материалы. Тоже вполне будет хорошо, даже будет лучше, потому что с пленкой есть небольшие проблемы в том плане, что при сильных дождях начинается развитие прикорневых гнилей. Если же не тканный материал, то будет все очень, очень даже будет хороший, нижний лист не будет подгнивать, то есть тут плюс качество продукции будет хорошее. Не, ну здесь можно, во-первых, по верхушке трогаешь, как только чуть-чуть начинает уплотняться, не сильно верхушка, то есть легкое надавливание, все, уже можно срезать. Ну а в принципе, как только видно, что кочан, уже можно резать, но будет чуть пустоватый кочан, ну это же не на продажу.